Узкие и широкие, объемные и облегающие, длинные и укороченные, с этническим узором в полоску или в клетку, крупной рельефной вязки и с анималистическим принтом. И, наконец, приглушенных оттенков или же со стразами и пайетками. Вот такое многообразие свитеров предлагает нам мир моды. В этом холодном сезоне согревающий свитер must-have гардероба каждой женщины. Так почему бы нам не превратить с помощью этой вязаной необходимости скучные зимние будни в яркие праздничные дни? Как это сделать? Сегодня в нашем сюжете под названием «В тренде» об этом расскажет и покажет модный консультант магазина «Брендмания» Ольга. Начнем с классики жанра. Свитера и кофта с норвежскими узорами. Это сказочный образ. Снежное настроение, зимний день, где есть и коньки, и санки, и семейные прогулки по скрипучему снегу. Сочетайте эти свитера с такими же уютными, удобными вещами. Теплыми водолазками, меховыми сапожками, вязаными шапочками и варежками. В гардеробе у каждой девушки есть свободные свитера. Свитера с толстой вязкой, с горлом. Нам в таких свитерах тепло, уютно, мы чувствуем себя по-зимнему. Для того, чтобы сделать такие свитера менее брутальными, носите их с такими девичьими нежными вещами, кружевными платьями или летящими юбками в пол. В таких образах не забывайте подчеркивать талию тонким кожаным ремешком. Любой свитер легко обыграть, просто одев под него рубашку. Из-за того, чтобы образ не получился слишком офисным и строгим, подберите себе брюки интересной текстуры, например, с эффектом покрытия воском. Не стесняйтесь заправлять свитер в юбку или подберите образ в стиле преппи. Накладные воротнички в этом сезоне все еще в моде, поэтому не забывайте про этот аксессуар, одевая свитер. Накладной воротничок сделает любой свитер более актуальным, интересным и, может быть, даже более нарядным. Тепло и праздник. С этим девизом выберите себе нарядный свитер с интересным декором. Например, с пайетками или столь модным в этом сезоне металлизированным эффектом. Помните главное правило. В образе должна быть только одна блестящая вещь. Поэтому нарядные свитера комбинируйте с простыми вещами.